Всем привет, ребятки! Вы на моем канале Ботаник Даник. И обратите внимание, какой у меня есть адениум. Он очень смешной, и сегодня мы его раскопаем, посмотрим, какие он корни отрастил за зиму. И его выкопаем, посадим еще выше, чтобы было еще красивее. Вот, видите, какой он красивый? Вот. Для этого нам понадобится, ну, как вы знаете, лопатка. И, ну, что-то, чтобы выкапывать грунт, на что-то такое. Ну, так, я застелил клеенку, вот можете посмотреть. И мы сейчас приступим к работе. Итак, приступим. Вот, мы так наклоняем немножечко наш адениум. И потихонечку вот так высыпаем. Чтобы, главное, чтобы адениум не упал и не поломался. Если он у вас такой особенно высыпанный. Вот так. Я специально за... стелил клееночку, чтобы это сделать все аккуратно. Сейчас я его высыплю, и мы посмотрим, какие он себе отрастил здесь корни. О, ой, все, мы дошли. Ого! Но еще нет, мы еще не дошли. Мы скоро уже дойдем. Вот эти немножко. Внимаем. Ого, какие у него уже большие ноги. Вот, посмотрите, какие уже корни большие. Вот. Вы представьте, какие он будет каким, когда мы его посадим еще выше. Это будет же вообще круто. Так. Смотрите, какой он прикольный. Вот. Смотрите, какие у него уже большие корни. Ого, я не ожидал такого. Теперь мы оббираем камни, горшок отдельно. Вот так. Смотрите. Ну, это очень легко. Мне кажется, что даже и весело. Камушки мы отобрали. Теперь мы засыпем наполовину земли. Берем землю. Это очень даже мне кажется интересно. Вот, давайте горшочек поближе. Часть камушков можете отсыпать. Нет, не обязательно там все. Вот. И до половины земли. Это очень весело и очень круто. Ой, как антистресс, мне кажется. Знаете, на что земля похожа? На какой-то песок. Скорее всего. Опа. Вот, уже часть земли. Половина земли. Можете посмотреть, вот половину земли. Теперь мы берем наш адениум. Вот так вставляем его. Вот так, чтобы он горный. И засыпаем землей. Засыпаем все мелкие корешки. Вот так вот. Земелькой нашей. Чтобы адениум... Мы же сегодня хотим, чтобы он больше стал. Вот так. Засыпаем все корешки. Вот эти маленькие. А большие оставляем на поверхности. Я возьму, пожалуй, лопаточку, чтобы это все было быстрее. Так, расправляем. Больше. Итак, мы приподняли наш адениум, вот можете посмотреть, вот такие у него интересные ножки. И, кстати, если вы будете каждый год приподнимать свой адениум, то он будет такой большой, как дерево с корем. Его я видел, вот так перекручивают, и он будет как дерево. Не, ну, точно говорю. А теперь... Видите вот этот вот росточек, мы его сейчас обрежем. Вот новое лезвие нам понадобится, спички и, как в прошлый раз, свечка. Вот. Открываем лезвие. Как я вам говорил, с 8 лет можно уже. Если вам 7 или 6 или 5, то можете позвать родителей. Вот. Берете лезвие. Вот. Ну и спичку. Зажигаете. Так, сначала нам уж надо обрезать, да? Вот.
обрезали, видите? Напополам маленькие обрежу. Так, напополам. Видите? Такие листочки мы их убираем. Вы можете их засушить на память, там, если вам вы хотите, я там, если вы по желанию хотите эту свечку, ну, не против, потому что это добрая свечка. Вот. Мы берем это и заливаем воском. Как я вам говорила, есть секрет. Каждый край воск. Только воск. Каждый край должен быть воск. Заливаем воск. Если не будет каждый край залить воском, то ваш адениум может умереть. Вот. И вот в итоге, что у нас получилось. Такой вот адениум. Вот, мы его приподняли, обрезали, но, в принципе, наш адениум готов. Я вам еще забыл сказать, что этот адениум араб, и на него привит вот этот сорт на табличке, вот. Видите? Мне этот адениум очень нравится, тем, что он прикольный, смешной такой. Видите, такой смешной, такие ножки прикольные, вот. Если у вас тут еще остались корни такие, то можете их просто засыпать. Вот, мне очень нравится этот адениум, он очень смешной такой, ну, от природы они же бывают смешные, а когда он вырастет, вот прям, ну, через года три, может, а то и больше, он вырастет как дерево и может заплестись как дерево даже, и станет как дерево, но их люди заплетают вот так. Ну, все, ребятки, я надеюсь, что вам было интересно со мной, так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, всем пока!